Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим классический рецепт пасты карбонара. И для начала отварим спагетти до состояния альденте. Обжарим слайсы панчетты на оливковом масле с обеих сторон. Туда же добавляем отварные спагетти. Теперь приготовим соус. Для этого сыр пармезан натрем на мелкой терке. В отдельной миске взобьем желтки, пока они не побелеют. К ним добавляем тертый сыр пармезан и молотый черный перец. Если соус получится слишком густым, можно добавить 2-3 столовые ложки воды. Готовую пасту выкладываем на тарелку. Украшаем тертым пармезаном и зеленью базилика. Паста готова. Приятного аппетита! Еще больше интересных предложений вы найдете в мобильном приложении «Мой Спарк».